Да, я признаю свою полностью вину и в оставлении части, что да, как бы я мог там дальше куда-то пойти, во Владивосток, в прокуратуру, но мне 19 лет, я ни от кого помощи не получил, я потерялся. С такого В данной признания части начинает я свое прописал интервью бывший контракт 6 контрактник и в деталях рассказывает, почему он был апреля 2020 вынужден года. оставить воинскую Сначала часть. было, да, все нормально. Я пошел в лес за дровами, за мной пошли два моих сослуживца рядовые. Начали со мной диалог, что я плохо работаю, сильно обнаглел. В отношении меня, как сказать, Физическую силу. да, применили физическую силу эти два молодых человека и поставили меня на деньги. То есть я должен был отдать по 12,5 тысяч рублей каждому из них. В общей сложности, говорит Александр, отдал им порядка 20 тысяч рублей, но все равно, говорит, стал жертвой дедовщины. Он хотел написать заявление, но, говорит, не мог его отправить несколько дней. Сослуживцы якобы запугивали его еще больше. Тогда он ушел в увольнительную и был пойман с наркотиком. Да, меня приняли на закладки. Я, получается, когда с отдела полиции вышел, потерял смысл жизни и все, пошел, куда глаза глядят, и остался под мостом. Его отпустили из полиции, но в часть он не вернулся. Он несколько дней жил под мостом, пока его не нашли гастарбайтеры. Они накормили его и предложили работу за еду. Дней 10 пробовал под этим мостом в Уссурийске. Потом меня, вот, получается, нашли таджики, привели к себе домой, переодели, одели, накормили. А потом он заработал на телефон и связался с родителями. Мать с отцом не сразу поверили, что сын спустя 2 месяца вышел на связь. На что я ему сказал: ребенок, продержись, пожалуйста, пару дней, я вылетаю за тобой во Владивосток, потому что он думал, то есть он был согласен уже, то есть он уже в себя пришел, он был готов выйти, сдаться, значит, военной прокуратуре, либо военной части, и ответить за свои поступки, но он ждал, что я приеду, его там поддержу морально и физически. Я решил просто, что никуда мы там сдаваться не пойдем, я его забираю в Челябинск и буду всеми правдами и неправдами вести его домой. С Дальнего Востока добирались уже на попутках и после сразу пошли в военную комендатуру. Впрочем, в воинской части говорят, рассказ Александра Татаренко о дедовщине – выдумка. То, что он там писал своей подруге, то, что у него сломана рука, ребра, что-то, этого ничего не было. У меня версия такая, что он поймался с наркотиками из-за этого. Потом в ходе его поисков мы выяснили, что он и на гражданке употреблял много наркотиков, и здесь пытался неоднократно. Самому Александру сейчас грозит наказание по двум уголовным делам за оставление места службы и за покупку наркотиков. Вину по обеим статьям юноша 2020 полностью года. признает и готов понести Сначала было, наказание. да, все Впрочем, свое нормально. заявление, в котором он рассказал об отношениях с Какие-то сослуживцами, вот. он уже отнес в военную прокуратуру. Во время моих поисков лейтенант Пилипейко, который работает в военной полиции при данной части 16871, высказался, что меня забрали инопланетяне. И как вы думаете, стоило ли ждать от них помощи или нет?